Резкий уздым температуры паветра чекается у Гомельской области у ближайшие дни. Уже сегодня слупки термометров покажут до плюс 5. Это значит, метелица изменится дождем, а на дорогах з'явится гололедица. У пятницу день чекается до 7 градусов тепла, у субботу до 6. При этом уночи слупок термометра может опускаться ниже за 0. Это значит, на улице будет слизко. Покуль же на территории региона пануют теплые поветренные массы с заходу. Але на дворе у снежни будет неустойливым. Синоптики прогнозуют ваганні поміж адмоўнымі і становчымі температурами. Резкие перапады сопровождаются изменами тиску. Метеозалежные люди будут чувать певный дискомфорт. На дворе поуплывает и на стан дорог. Водителям треба быть больше осторожными. Знову похолодает в середине наступного тыдня. Уже за вторка будет чуваться морозное зимовое надворье.